В эти выходные в России пройдут традиционные соревнования «Лыжня России» и «День зимних видов спорта». В парке 500-летия Чебоксар вовсю идет подготовка. Сегодня днем там побывала и наша съемочная группа. К «Лыжне России» усиленно готовятся и в Чебоксарах. В этом году внесены изменения в программу соревнований. Впервые запланировано разделить выступления любителей лыжного спорта и профессионалов. Лыжники-спортсмены примут участие в гонке 7 февраля на профессиональной лыжной трассе в Лапсарах. Массовый же забег пройдет в воскресенье в парке 500-летия города Чебоксары. Сейчас здесь идет подготовка трассы. При помощи снегоходов утрамбовывают снег. В этом году дистанция будет сокращена. Ее длина составит 2 километра, а для детей – 500 метров. Старт запланирован на 12 часов дня. Готовится и праздничная программа. В парке установят сцену, будет открыта торговля. Праздник пройдет и в субботу, 7 февраля. В этот день в республике отмечается День зимних видов спорта. Мероприятия этого праздника будут проводиться на стадионе Олимпийской, на ледовом катке. Будут проводиться показательные выступления по шорт-треку, по фигурному катанию. Будут выступать хоккеисты. Ну, а закончится все ледовой дискотекой. Приглашаем всех желающих, приходите, вы посмотрите, это будет интересно.